общевоинский союз, приказом поставил в мое распоряжение свой финляндский отдел. Я взял из него кадровых офицеров, но нужно было еще потратить немало времени, чтобы подготовить их и свести политически с солдатами. Они говорили на разных языках, и мне нужно было немало поработать над офицерами, чтобы они нашли нужный тон и нужные отношения со своими солдатами. Но в конце концов, все это прошло удачно.